Глава 7 книги пророка Михея. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь — свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние. Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея. Как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых.